Всем привет! Сегодня огромный завоз редких сортовых орхидей в экофлору. День солнечный в Омске, но морозный. И завоз у нас очень-очень солнечный. Давно нигде не видно попугаев. И вот к нам прилетели красавчики-попугайчики. Заказываем на чат мы все палетками. Обожаю снимать, когда всего очень-очень много. Желтая коровка. Их привозили в бау-центр, и мы все влюбились. Невозможная красавица. Желтая губа, бархатные, темно-бордовые, хаотичные пятна и белоснежные усы. Все свеженькое, все на бутонах. В отличном качестве приехали стюартианы. Это нежнейший цветочек. Может быть, они ехали стоя, я не видела. Я приехала, уже все стояло на втором этаже, не на троллях, в идеальном состоянии каждый цветочек. Возможно, правда, ехали не лежа. Очень капризная, как все красавицы. Будем надеяться, что у девочек она бутоны не засушит. Про то, что у меня стюартиана не одна, я повторяю всегда. Было бы места много. Сделала бы огромную групповую посадку и любовалась. Эту орхидею мы заказали впервые. Смотрите, какая она нереальная. Тоже бутоны, но сам цветочек. Юля сокрушалась, что мало открывшихся цветов. У нее оптовики любят, чтобы прям чуть ли не полный распуск был. Смотрите, какие усищи. Красотка Asian Sun. Было недорогое предложение такой расцветки. Крайне редко ставят где-то в сетевых магазинах в микс орхидеи.
и у нас они разлетелись просто как горячие пирожки. Сложно снимать, цвет поймать. День пасмурный, немножко темновато, но вы видите, сколько солнечных орхидей приехало в Омск. Мы соскучились по солнышку, по лету. От Лас-Вегаса не отказываемся, наверное, никогда. Если Юля предлагает, надо брать. Два растения в горшочке. Я также себе раньше покупала. Одно растение осталось, одно погибло. Дома цветет, не бойтесь. Ради такой красотки стоит рискнуть. Попробовать ее дома все-таки приручить. Видите, по два растения. Немножко света маловато. Она должна чуть-чуть быть ярче. Эту орхидею мы ходили, наклонялись над палеткой все. По очереди вдыхали чудесный аромат. Парфюмерная фабрика тем и знаменита. Красивые цветочки, нереальный аромат. Замечательные розетки. Смотрите, какие высокие, как на картинке просто, и невероятные листочки. Видите, какое приспособление я сделала, чтобы повыше снимать. Артиста Нео – это феникс. Прекрасная цена, грех было отказаться. Ну и как это бывает зачастую, полная палетка и поставили одну бабочку. Не бабочка крупнее, бабочка мельче. У нас день рождения в чате будет. Бабочка – это подарок. Камера позволяет увеличивать, и я с удовольствием этим пользуюсь.
Самая солнечная, наверное, вот эта орхидея. Много бутонов, ответвлений. Красотка, сладкая девочка. Очень часто ее снимаю, и не верится, что настолько яркой может быть расцветка. Summer Song в изумительном качестве, просто в превосходном. Море бутонов, море цветочков. И посмотрите, какая корневая. Любой поднимаешь, там море корней. Ставить и любоваться на корневую только, даже без цветов. А вот это неземное чудо мы заказали в первый раз. Дело в том, что это маленький горшочек. Я даже сама сейчас смотрела и не понимала, какого же размера цветочек, какого горшочек. Посмотрите. Неожиданно, согласитесь? Котов мы заказали 30 штук. Котов никогда не бывает много, а тем более по цене 950 рублей. 30 котов приехало в Омск. Я взяла одного, и именно этот решила вам показать. Пышный, яркий красавчик. С цветоносом из точки роста. Вот характерный маленький листик на цветоносе. Невероятный красавчик, всеобщий любимчик. Дикий кот по 950
рублей. А это то, ради чего я сегодня, как на крыльях, летела в Экофлору. Я обожаю башмаки, не скрываю, не перестаю ими восхищаться, особенно светлыми. Тут и листья, посмотрите, какие. Есть еще бутончики, некоторые до конца не открылись. Ну какая прелесть! Листочки. Ну и, как всегда, камера позволяет посмотреть, насколько же он у нас мохнатенький, волосатенький. Давно мы не заказывали котлы. Это микс XXL, крупные, очень крупные листья, крупные бутоны, можно сказать, огромные. Эпидендрум вот такой реально красный. Чуть-чуть бы день был посветлее. Темновато, конечно, в Экофлоре, хоть я и носила, как всегда, поближе к открытой стеклянной двери. Замечательного качества, как нарисованное прям. Ну и, конечно, хочется поближе рассмотреть сам цветочек. Довольно часто из прайс мы заказываем и не орхидею. И этот раз тоже заказали церапегия на бутонах. У нас у Оли есть, мы все восхищаемся. Вот заказали на чат палеточку. В конце, как всегда, цены. С вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.